В дворе 2009 года была открыта республиканская специализированная детско-юношеская футбольная школа. Основным местом ее расположения стал город Нерюнгри, куда съезжаются юные дарования со всей Якутии. Конечно же, практически сразу встал вопрос о просчитывании подрастающего, проживании подрастающего поколения. И только осенью текущего года при открытии специального корпуса интерната эта проблема была решена. Подробности в следующем материале. 7 лет воспитанники футбольной школы проживали в гостинице «Кондор». И вопрос о собственном здании интерната перед руководством республиканской школы стоял остро с самого ее открытия. По инициативе Министерства спорта, правительством Республики СХ Якутия было принято решение о строительстве спального корпуса интерната для футбольной школы. Включили фонд будущих поколений, и фонд будущих поколений по своей программе начал строительство спального корпуса. Уже весной текущего года здание обрело реальные очертания и оставались нереализованными только внутренние работы. Да, я хочу сюда переехать. Уже ждем этого переезда очень долго. Строительство спального корпуса интерната для футболистов на контроле держало правительство Якутии. Объем финансирования этого строительства целевым фондом будущих поколений составил 164 миллиона рублей и стал огромным вкладом в развитие детского спорта в республике. Открытие спального корпуса школы прошло в торжественной обстановке в присутствии высоких гостей из Якутска. Ежедневные спортивные занятия в школе учащиеся совмещают с обычным образовательным процессом. Есть свои достижения, праздники, но по специфике учебного заведения особое внимание уделяется оттачиванию футбольного мастерства. Под нас все школа подстроила, сделала нам два урока, получается, в школе. Поставили чуть выше, чтобы было время для утренних тренировок. Потом также вечерние, две тренировки в день, каждый день, кроме субботы и воскресенья у нас, игровые занятия. Сегодня при футбольной школе открыто 8 отделений по республике. Ее воспитанниками являются более 1000 юных дарований, и более половины подростков занимаются именно в Нерюнгри. А новый спальный корпус, рассчитанный на 80 подрастающих футболистов, оборудованный медицинским кабинетом, столовой и всем необходимым для занятий, отдыха и быта, станет для школы футбола еще одним плацдармом для новых достижений и побед. Галина Якимчак, Семен Амосов, Вадим Барашков, НВК «Саха», Нерюнгри.